Ребята, привет всем! Сегодня будет финальное видео по обучению. Этим видео я хочу подвести итоги вот всей проделанной работы. Обязательно досмотрите это видео до конца. Это самое-самое важное видео по обучению на моем канале. В этом видео я расскажу о двух методиках, с помощью которых вы сможете зарабатывать на бинарных опционах. Их только две, ребята. Третий не дано, их только две. Есть там разные подтипы, но основные есть две методики. И есть три ключа. Мы разберем эти две методики по трем ключам, по трем основным правилам. Без этих правил вы никогда здесь не будете зарабатывать. Ребята, это основы основ. Я перерыл весь интернет, такого видео нету. Нету такого глобального видео, в котором были бы азы. Потому что есть одна самая главная причина, почему люди здесь не могут заработать. Одна самая главная. Люди уже изначально неправильно смотрят на этот вид заработка. Почему? Потому что они в поисках суперстратегии, в поисках Грааля. Но они не понимают, новички особенно, что такой стратегии не существует. Нету Грааля. Грааль в вашей голове. Если вы будете придерживаться правил, у вас будет Грааль. А если вы не будете придерживаться правил, у вас не будет никакого Грааля. Все очень просто. Люди в поисках этих стратегий, в поисках дополнений. Но они зачастую не знают азов, понимаете? Без азов вы никогда здесь не будете зарабатывать. Никогда. И если вы не знаете две основные методики, и если вы не знаете три основные правила, с помощью которых можно здесь зарабатывать в долгосрочной перспективе, вы никогда здесь не будете зарабатывать. Никогда. Сколько бы вы информации не изучили, сколько бы вы новых стратегий тоже не изучили, но если вы не знаете плана, понимаете? Есть определенный план, которому должны следовать все. Если вы не будете следовать этому плану, вы никогда здесь зарабатывать не будете. Так что погнали. Итак, что же это за первая методика? Первая методика — это Мартингейл. Есть разные подтипы, там анти-Мартингейл, догоны, но это все одно и то же. Я буду называть вот этот метод Мартин. И второй есть метод фикса. Когда вы заходите в сделку фиксированной суммой. Я позже вам все объясню, если новички вот меня сейчас не совсем понимают. Переходим к первой методике. Итак, первая методика, методика Мартин. Я буду все называть очень простым языком, чтобы всем было понятно. И буду все рассматривать на 10 тысячах. Вот, 10 тысяч рублей у нас депозит. Итак, первое. Первый ключ – это стратегия. Одна стратегия. Это основа основ. Стратегия, по которой вы работаете, она у вас одна. Я это уже объяснял. Одна. Если вы, ребята, в поисках этой стратегии, вы никогда здесь зарабатывать не будете. Просто осознайте это. Когда вы в поисках, когда вы меняете стратегии, заработка в долгосрочной перспективе у вас не будет. Об этом никто не говорит. Но вы должны это осознать. Когда у вас уже есть стратегия, и вы торгуете только по одной методике, по одной своей системе, вот только тогда вы будете зарабатывать. Когда вы сейчас находитесь вот на этапе поиска, стабильного заработка не будет. Ну просто вот поймите это. Я хочу, чтобы вы это осознали. Также я хочу, чтобы вы осознали, первые 5 депозитов будут слиты. 100%, 1000000% я ставлю на то, что эти депозиты будут слиты. Нету еще ни одного человека, чтобы вот он там с первого депозита начал здесь зарабатывать. Вы должны это осознать. Я подготавливаю вас к этому. Я говорю вам правду. Первые депозиты будут слиты. Это 100%. Итак, я торгую по скальпингу. Вот скальпинг, уровень. Поддержки, уровень сопротивления. Я скальпирую, ребята, на одной минутке. Вот, от пика я захожу вниз, от просадки я захожу вверх. От пика вниз, от просадки захожу вверх. Все очень просто. Вот у меня есть одна стратегия, и я обучаю этой стратегии людей. Одна стратегия. Самая главная моя основная стратегия — это скальпинг. Все.
Я не перехожу на другие стратегии. Почему не перехожу? Да потому что я зарабатываю по этой стратегии. Что здесь самое главное? Здесь самое главное – заработок. Заработок. Понимаете, мне не нужны вот объемы, мне не нужен там кластерный анализ, мне не нужны свечи. У меня есть скальпинг, я скальпирую на зонном графике. Мне этого достаточно. Достаточно для того, чтобы здесь зарабатывать. Зачем мне усложнять жизнь, понимаете? И это, ребята, работает. Если бы это не работало, я бы этому вас не учил. Я показываю все на своем примере. Я дал подписчикам доступ от своего дневника, и они могут посмотреть, какие сделки у меня заходят, какие сделки не заходят. Я дал своим подписчикам доступ от своего счета, и они посмотрели, работает эта стратегия или не работает. У них был доступ ко всем моим сделкам за полгода, и они смогли это все проверить. Так, с первым мы разобрались, это стратегия. Второе, это money management. Money management. Что же такое money management? Давайте объясню опять же простым языком. Это управление, грамотное, подчеркиваю, грамотное управление вашим банком, вашим депозитом. Итак, в чем смысл Мартингейла? Если у вас первая сделка убыточная, вторую вы увеличиваете. Если у вас вторая сделка убыточная, третью вы, соответственно, тоже увеличиваете. Давайте покажу вам, какой Мартингейл у меня. Вы это все могли наблюдать на моих примерах. Смотрите, первая сделка у меня была 50 рублей. 50 рублей. Депозит у меня был 10 тысяч. 50 рублей до 1% от депозита. Потом 150. Потом 500. Потом 1500. И потом, не знаю, 7800. Ну, остача уже, понимаете, да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять ступеней. Вот почему первая сделка у вас должна быть такой маленькой. Вы мне задаете вопросы, почему у тебя при таком депозите первая сделка такая маленькая, да? Потому что если я эту сделку потеряю, я увеличу вот в три раза, да? Это мой Мартингейл. Ребята, смотрите, для каждого все индивидуально. Опять же, индивидуально. Но есть вот три ключа, без которых здесь заработок невозможен. Смотрите, мне подписчики говорили, вот я не могу торговать на одной минутке. У меня стратегия на 5 минут. Я торгую по тренду. Вот, нахожу вот такой вот плавный, например, нисходящий тренд и торгую только в таких ситуациях. Хорошо, это хорошо. Вы для себя нашли свою стратегию. Кто-то торгует на 5 минутках, кто-то торгует на свечном графике, кто-то на зонном. Для каждого все индивидуально. Нету, понимаете, одной такой стратегии, чтобы она подходила всем. Вот кому-то вот не нравятся зонные графики, все. И вы ничего с этим не сделаете. Вот вы не способны видеть такие ситуации, к примеру. Потому что каждый человек может смотреть на одну и ту же ситуацию по-разному. Я показываю вот свой Мартингейл. У вас может быть свой Мартингейл, ребята. Например, такой 150. Дальше увеличиваем в 2,5 раза. 375. Дальше возьмем 1000. 2,5. И сколько там? 5700. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ступеней. Но первые сделки по money management у вас должны быть либо до 1% от депозита, либо до 2% от депозита, да, но ни в коем случае на первую сделку не нужно грузить 5% от депозита, понимаете, это уже неправильно. Для кого подойдет вот такая вот методика? Для тех ребят, у которых мало времени на торговлю, и для тех ребят, у которых процент прибыльных сделок вот 50%, или даже наоборот, у кого процент прибыльных сделок, например, 30%, и вы будете здесь зарабатывать. В чем прелесть такого метода? То есть у вас может быть 3 минуса, потом плюс, потом опять 3 минуса, потом плюс, потом 4 минуса, плюс. И вы будете зарабатывать, вы будете всегда зарабатывать, вы никогда не будете терять деньги. То есть у вас может быть 80% убыточных сделок, и вы будете здесь зарабатывать. Потому что, когда вы торгуете по Мартингейлу,
Самые большие заработки у вас будут тогда, когда у вас будет много минусов и мало плюсов. Ну, например, я уже объяснял. 3 минуса, 1 плюс, вы все отбили. 4 минуса, 1 плюс, вы все отбили. Потому что если у вас, к примеру, 3 плюса, 1 минус, 3 плюса, 1 минус, вы будете очень мало зарабатывать и вы будете медленно зарабатывать, потому что у вас будут заходить сделки вот эти вот. 50, 150, 50, 150, да? А депозит у вас 10 тысяч рублей. Поэтому, когда у вас хороший процент прибыльных сделок, тогда вам уже нужно торговать по второй методике. Позже я вам о ней расскажу. И переходим к третьему ключу. Это риск менеджмент. Так, у меня уже здесь нет места. Риск менеджмент – это самый главный ключ. И большинство людей, именно большинство, именно игнорирует этот ключ. А без этого ключа заработок невозможен. У них есть стратегия, у них есть money management, но у них нету риск менеджмента. Что такое риск менеджмент? Это ваши лимиты. Вы должны останавливаться вовремя. За одну торговую сессию, вот торговая сессия, у вас должно быть от 2 до 5 сигналов. От 2 до 5 сигналов. Все, ребята, не 10, не 20, не 40, не 50. Вы должны торговать от 15 минут до часа, до 2. Все, ребята, все. Если вы торгуете 5 часов, если вы проводите за компьютером там 10 часов, забудьте о заработке. Это слив. От 2 до 5 сигналов за одну торговую сессию. У вас может быть 3 торговые сессии в день. С утра поторговали, потом пошли по своим делам, в обед зашли там на часик, поторговали, ушли по своим делам и вернулись там вечерком в 11 вечера, к примеру, зашли, заключили вот 2 сделочки, ушли, все. Только тогда вы будете стабильно зарабатывать. Если вы не будете следовать риск-менеджменту, забудьте о заработках. Итак, почему риск-менеджмент так важен? Чтобы не входить в тильт. Простым языком, чтобы не входить в азарт. Понимаете? Если вы вовремя не остановитесь, вы потеряете деньги. И неважно, торгуете ли вы в плюс, торгуете ли вы в минус, неважно. В любом случае, если вы не остановитесь, вы потеряете деньги. И смотрите, самая главная вещь, которую новички вообще не хотят понимать. Большинство людей эту вещь не хотят понимать. Чем больше вы торгуете, тем хуже. Запомните, чем больше вы торгуете, тем хуже. Идеальное время – это час-два. Все. После 2 часов у вас эмоции начинают заменять анализ. Понимаете, да? Чем больше вы торгуете, тем меньше вы анализируете. Потому что самый лучший анализ и самая высшая продуктивность у вас будет в первый час торговли. В первый час. Пожалуйста, запомните это. Если вы торгуете 5 часов, 6 часов, какой там может быть анализ? Поймите это, в первый час у вас продуктивность будет на самом высоком уровне. Потом уже все, потом вы уже торгуете как попало. Осознайте это. Объясню все на простом примере. Когда вы торгуете хорошо, когда вы заключили первую сделку, она у вас в плюс, вторая сделка в плюс, третья сделка в плюс, четвертая в плюс и пятая в плюс. Что происходит в этот момент? Ваши эмоции начинают доминировать над вашим анализом. У вас просыпается чувство такой эйфории, мол, вы все можете, вы самый лучший трейдер, рынок это просто, дай-ка я еще сделаю 5 плюсов, дай-ка я еще заработаю больше. То есть эйфория, жадность, понимаете, да? Вы начинаете торговать дальше, и рынок идет против вас. Вы ловите 6-й минус, 7-й, 8-й. На смену приятному чувству эйфории приходит раздраженность. Приходит какой-то такой сильный азарт, и вы хотите отбить. И тогда у вас вообще ничего не получается, потому что анализ уже все, он где-то далеко. Понимаете? Здесь вами управляют одни эмоции. Вот почему так важен риск-менеджмент.
Вами начинают управлять одни эмоции, и вы теряете депозит. Ну что, давайте теперь подведем итоги по первому методу. Все очень просто. Я вам что, здесь рассказал какую-то ядерную физику? Нет. Это и есть Грааль, если вы будете следовать этим правилам. Итак, первое. Торгуете по одной своей стратегии. По одной. Вот если у меня скальпинг, значит это скальпинг. Все. Я торгую на одной минутке, от одной до трех минут, на зонном графике. Все. Дальше я придерживаюсь money management. Я не торгую как попало. Первая сделка 500 рублей, потом 100 рублей, потом 30 рублей. Нет системы. Нет системы — это слив. Запомните это. Нет системы — это слив. Вот. Я торгую с помощью money management. Первая сделка до 1% от депозита. И третий шаг — это риск менеджмент. У меня, например, 2 сделки за одну торговую сессию. Все. И так я никогда не солью депозит. Но в чем опасность этого метода, да? Что если вы ловите 1, 2, 3, 4, 5 минусов, вы теряете весь депозит там за 2-3 дня. Например, за 3 дня, да, если у вас 2 сигнала будет в день, за 3 дня вы потеряете весь депозит. Но что вам не дает потерять свой депозит? Стратегия. Понимаете, да? Когда вы торгуете по четкой стратегии, вы никогда вот не словите 5 минусов. Никогда. Но если вы отклонитесь от стратегии, да, если вы думаете, а, дай-ка я зайду вот здесь, да, ну, не сильно хорошая ситуация, но вы заходите и ловите минус. Потому что нету нормальных ситуаций. Если нету нормальной ситуации, вы не заходите. Это очень важно. Только вы отклоняетесь, вы сможете словить 6-й минус и все. 5-й, вернее, минус и все. И теряете весь депозит. Стратегия контролирует money management, понимаете? Смотрите, чего-то одного здесь нет. Вот если вы игнорируете хотя бы одно из трех правил, вы теряете деньги. Игнорируете стратегию, но у вас есть там money management и risk management, слив, потому что нету своей системы. Игнорируете money management — тоже слив, да, потому что заходите вы любыми суммами. Игнорируете risk management — тоже слив. Вот Грааль в том, чтобы следовать всем этим трем правилам. Все, ребята, все просто. Итак, еще раз. Мы придерживаемся одной стратегии. И эта стратегия не дает вам попасть на 5-й минус, понимаете? Если четко торговать по скальпингу в определенных ситуациях, вы максимум будете доходить до 4-й ступени. Я своим подписчикам дал доступ к своему дневнику, к своему счету, и они увидели там, что у меня только 2 раза было такое, что я попадал на последнюю ступень. 2 раза за полгода. За полгода 2 раза я попал только на вот эту вот ступень. И то у меня не было времени. Я проигнорировал стратегию, да? Проигнорировал. Но если бы я ее не игнорировал, если бы я все-таки нашел хорошую ситуацию, я бы попадал максимум вот на 4-ю ступень. А так в среднем на том аккаунте, который я показывал подписчикам, было в среднем вот 3 минуса. Так, и последнее — это риск менеджмент. Да, если бы я торговал там по 5, по 10 часов, я бы слил депозит. Видите, 3 правила. Все, ребята, 3 правила — это когда у вас очень мало времени на торговлю. То есть вы уделяете там 1 час в день, заключаете там 2 сделки в день и сможете спокойно зарабатывать там от 30 до 200% в месяц. Это реальные заработки, реальные. Ребята, если вы хотите стабильно зарабатывать 200%, 100%, 50% в день, это вранье. Вы никогда не будете зарабатывать стабильно. Еще раз подчеркиваю, стабильно. Конечно же, можно увеличить свой депозит в 10 раз за пару часов, в 20 раз. Да, это можно сделать, но стабильности не будет. Как быстро вы свой депозит увеличите, так быстро вы его и сольете. Я вам рассказываю о заработке в долгосрочной перспективе. В долгосрочной, потихонечку, там, по 50, по 100% в месяц. Вдумайтесь, в месяц — это реальные цифры, реальные, адекватные цифры. Ни один банк вам не предложит таких процентов, ни один хайп-проект не предложит вам таких процентов.
Так торговать правильно, правильно, ребята, правильно. Не верьте во всякую ерунду, что вот можно там по 100% в день, потому что люди вот приходят с депозитом в 10 тысяч, и они думают, что они в месяц будут зарабатывать по 100 тысяч. Нет, это невозможно. Невозможно, еще раз. У вас депозит 10 тысяч, вы будете зарабатывать еще десятку. Все, осознайте это. Когда вы научитесь торговать на депозите в 10 тысяч, вы переходите на депозит в 20 тысяч. И тогда зарабатываете уже 20 тысяч в месяц. Это реальность, реальность, если вы хотите зарабатывать в долгосрочной перспективе. А большинство как думают? Я вот залью сейчас 1000 рублей, найду супер стратегию, по которой будут одни плюсы. И я буду зарабатывать там с 1000 50 тысяч рублей в месяц. Это невозможно, просто осознайте это правда. Потому что люди мне задают вопросы, а до каких пор мне торговать вот такими суммами, там 50, 150, когда мы уже сможем увеличивать сумму сделки? Ребята, до тех пор, пока вы не выведете хотя бы там 30 тысяч, да, вот у вас депозит 10 тысяч, вы вывели десятку, потом еще раз десятку, потом еще раз десятку. Вот когда вы... Еще раз повторяю, научитесь торговать, научитесь обращаться с этими деньгами, научитесь обращаться с десяткой. Вот тогда вам уже нужно торговать на 20 тысячах, там, на 50. Потому что когда вы, например, с 10 сделали 50, разогнали быстро депозит, вам хочется с 50 сделать 200. А когда у вас уже такой большой депозит, вы не знаете, как с этими деньгами распоряжаться, понимаете? У вас... усиливается пульс, у вас потеют ладони, вы нервничаете, вы не привыкли к таким деньгам. Привыкните к этим деньгам, к десятке. Привыкните к стабильности. Только так вы здесь будете зарабатывать. Только если будете следовать всем этим правилам. Ребята, только так. Ну, нельзя здесь по-другому заработать. Вот так вот быстро, без системы, пришел раз-два, посмотрел где-то там видео, заработал. Нет, так не бывает, не бывает. Да, большие деньги вы поднять сможете. Сможете, конечно же. Много людей там с 10 тысяч 100 делают. Но они этих денег не видят. Они не выводят деньги. Им хочется еще. Понимаете? Они не зарабатывают, они поднимают, вот поднимают. Хотите поднимать или хотите зарабатывать в долгосрочной перспективе? Ну что, ребята, теперь переходим ко второй методике. Я просто на первой методике все вам показал, разжевал именно все на первой методике. Сейчас мы пойдем уже быстрее. Итак, вторая методика – это методика фикса. Итак. Первый ключ вы знаете, стратегия. Все, тот же скальпинг. Ваша одна стратегия. Ребята, ключи, они везде одинаковы. Второе. Money management. Все тот же money management. Но депозит 10 тысяч рублей. Какой у нас здесь money management? Здесь 10% от депозита. Здесь вы на одну сделку, на один сигнал должны ставить 1000 рублей. 1000 рублей, 10% от депозита. Для кого подойдет стратегия фикса? Стратегия фикса уже для бывалых трейдеров, которые уже нашли давно свою стратегию, которые торгуют по своей системе, и у них процент прибыльных сделок, это очень важно, выше 60%. Выше 60%, это очень важно, потому что я эту деталь упускаю, и люди говорят, я торгую фиксой и теряю деньги. Если у вас не будет 60%, вы будете терять деньги. 60%, понимаете? 60%, это очень важно. То есть у вас, например, со 100 сделок должно быть 40 минусов и 60 плюсов. Вот, объясняю простым языком. 40 минусов и 60 плюсов. И тогда за месяц, если вы будете заключать по 3 сделки в день, у вас будет прибыль 80%. 80% от депозита. Вы будете зарабатывать 80% в месяц.
Но, еще раз, если у вас процент прибыльных сделок выше 60, это очень важно. Смотрите, когда у вас, к примеру, 2 минуса, 3 плюса, 2 минуса, 3 плюса, там, 2 минуса, 5 плюсов, там, 3 минуса, 6 плюсов, когда у вас такая статистика, вы торгуете фиксой. Вам не нужен маржин. У вас уже процент прибыльных сделок выше 60, и все. У вас может быть 5 минусов подряд, да, но депозит вы не сольете, потому что вы торгуете вот 1000 рублей у вас на одну сделку. Вы торгуете фиксой. Никогда депозит не сольете. Вот у вас будет 5 минусов, но потом у вас будет там 8 плюсов. Понимаете? Вы ни за что не переживаете. У вас уже есть статистика. У вас уже есть своя стратегия. Вы ее можете оттачивать там на демо-счету. Когда вы эту статистику выведете, все. Вам будет на все по барабану. Вы себе торгуете фиксой и спокойно зарабатываете. Вот и все. И, конечно же, третье, самое важное, риск-менеджмент. Также от 2 до 5 сигналов за одну торговую сессию. От 2 до 5 это максимум. Максимум у вас должно быть 5 сигналов за одну торговую сессию. Помним, да, что самый лучший анализ это в первый час торговли. В первый час торговли самый лучший анализ. Вы 2 часика, часик поторговали, перезагрузились, пошли по своим делам. И через там 3-4 часа, через 5 часов приходите, анализируете, заключаете там пару сделочек и уходите. Опять же, риск-менеджмент здесь тоже важен, ребята. Если вы будете сидеть 10 часов и будете там по 1000 рублей ставить, у вас будет уже процент прибыльных сделок 40%. 40%, да, потому что чем дольше вы торгуете, тем меньше ваш процент. И, конечно же, самое главное, о чем я вам забыл сказать, мы ведем дневник своих сделок. Как мы его ведем? Не просто записываем там пара, время. Зачем вам эта информация? Вот зачем? Делайте скрин. На скрине будет время, да, в какое время у вас лучше всего идет торговля. На скрине будет ситуация. В каких ситуациях у вас сделки заходят и не заходят. Чтобы у вас был процент сделок выше 60, нужно вести дневник. Нужно анализировать. И в свободное время, когда вы не торгуете, именно когда вы не торгуете, вы просматриваете свой дневник, там ведете его в телеге, да где хотите его вы ведете, вы просматриваете свои сделки и анализируете. Ага, вот, в этих ситуациях у меня почему-то минус, почему я в них захожу, все, я в эти ситуации заходить не буду. Я буду искать только вот такие ситуации, понимаете, анализируете. Вот, только таким путем возможен здесь заработок, ребята, только таким путем. Когда вы следуете всем трем правилам, когда вы анализируете свои сделки, когда вы работаете над собой, когда вы проделываете работу над ошибками. Вот так все устроено, вот только так вы будете зарабатывать. Почему-то, ну, никто этому не учит. Ребята, здесь не так вот пришел, раз, два, три, четыре, пять, я заработал, я красавчик. Нет. Труд, труд и еще раз труд и анализ. Вот и все, ребята. Просто это все? Конечно же, просто. Просто у большинства людей вот нету силы воли, чтобы следовать этому. Нет вот терпения. Да, если вы азартный человек, вам не подходит этот вид заработка. Не подходит. Вы не будете здесь зарабатывать, вы будете сливать. Это только для усидчивых, для терпеливых. Ни в коем случае мы не берем на это все кредиты. Потому что кредит – это эмоции. Кредит – это эмоции. Если вы торгуете на свои последние деньги, вы думаете о том, как мне отдать кредит, как бы не слить депозит, как бы не слить депозит. Вы не думаете о рынке, вы думаете о кредите. Способность анализировать у вас падает. А как я уже говорил, если у вас способность анализировать снижается, если эмоции над вами берут верх, все, это слив. Это, ребята, слив. Все просто, смотрите. Когда переходить вам на новый уровень, да, мы торгуем фиксой по 10%, когда можно уже там заключать сделки по там 2000 рублей, да, если депозит растет, если у вас уже здесь там 13 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, вы, внимание, все равно заключаете сделочки по 1000 рублей, по 1000 рублей. Когда вы уже выведете, когда вы опять-таки привыкнете к этому депозиту, когда вы выведете
10 тысяч, 20, 30, вот тогда уже вы пополняете свой счет там, на 20 тысяч рублей, на 30 тысяч рублей. И тогда, когда у вас уже здесь 30 тысяч рублей, у вас уже первая сделка 3 тысячи рублей. Понимаете, да? Когда вы привыкнете, когда вы выведете свои вложенные деньги, когда вы научитесь, как обращаться с десяткой, когда вы уже привыкнете, когда у вас уже будет минимум эмоций, максимум анализа, вот тогда вы переходите на новый депозит. Все очень-очень просто. Это не ядерная физика. Я торгую и показываю вам все на своем примере. Это последнее видео на этом канале по обучению. Мне больше нечего добавить, нечего сказать. Все уже давно придумано. Нужно просто следовать этому. И все. Ничего нового вы не узнаете. Вот есть три ключа и есть две методики. Все, ребята, это реально все. Смотрите мой канал с самого начала. Смотрите, как я там торговал. Потому что я торговал в основном по Мартину. Вот только в последних моих видео я показываю, как торговать фиксой. Потому что подписчики меня просили показать вот как именно торговать фиксой. И хочу открыть вам глаза, что мой канал для людей, которые обучаются. Многие там спрашивают, почему нету в комментариях людей, которые тут зарабатывают по миллиону? Да потому что им не нужен мой канал. Почему я торгую по первой методике? Да потому что тут люди, новички, которые учатся. Люди, которые зарабатывают, уже не смотрят мой канал, понимаете? Они себе стабильно зарабатывают. Зачем им смотреть мое обучение? Они могут там смотреть мотивационные видео. Понимаете, да? Здесь все собрались люди на моем канале, которые только учатся. Итак, на этом я с вами, ребята, буду прощаться. Вот таким вот завершающим видео я хочу поставить точку, поставить жирную точку. Так что все зависит только от вас. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Да сбудутся все ваши мечты. Всем удачной торговли. Пока.